Тема 845. Электронный конструктор. Ливанская девушка со сложным именем. Айобдир. Выпускница американского университета в Бейруте. Подробнее о ней можете прочитать на странице. Little Abbot CC BIO. Придумала электронный конструктор, в который могут играть, и не просто играть, а создавать полезные изобретения для быта, не только дети, но и взрослые. Блоками в этом конструкторе являются готовые электронные модули. Каждый из модулей выполняет свою конкретную задачу. Всего 4 вида модулей, относящихся к тому или иному виду. 1. Питание. Power 2. Вход. Input 3. Модули, играющие роль проводов, разветвлений. Wire 4. Выход. Output. Все эти модули соединяются в цепь при помощи магнитов, находящихся на торцах, очень легко и надежно. А соединяясь вместе в одну цепь, эти модули могут выполнять какую-то полезную задачу, какую задумал их владелец. На видео внизу вы можете посмотреть, как эти модули соединяются, и какие бытовые изобретения можно с их помощью создать, на сайте проекта в разделе Projects Little Abbot CC Projects. Вы можете посмотреть и другие придумки, которые можно сделать с помощью данного конструктора. Как рассказывает автор проекта, ее целью было научить реальных людей электронике, вытащив их из интернета и дав им в руки реально работающие электронные модули, при этом на доступном для них уровне, без особой подготовки и знаний программирования. В то же время при помощи этого электронного конструктора можно учить детей основам инженерии. Компания Little Bits продает свой электронный конструктор не только отдельными модулями, но и наборами. И самое замечательное то, что на ее сайте можно найти обучающие уроки, в том числе как проводить обучающие семинары. Большое количество обучающих видео вы найдете и на видеоканале проекта на YouTube, youtube.com user littlebitsync. По-моему, отличная идея для инженеров, волей судьбы оставшихся неудел, вы можете проводить в своем городе обучающие курсы, а местные магазины электроники имеют возможность стать ритейлерами. Этого электронного конструктора, для вас специально создана страничка. Little Abbot CC Retailers Application. У компании есть ритейлеры в разных странах, но России среди них пока нет. Кроме того, если вы талантливый инженер, вы можете предложить компании разработку собственного электронного модуля, который сможет в дальнейшем войти в состав электронного конструктора. Как это сделать, читайте здесь. Little Abbot CC BitLab About. Если вашу модель одобрит не менее 1000 юзеров, ваш модуль может войти в производство и вы будете зарабатывать на его продаже.